Кеплер-22Б, которая находится на орбите звезды Кеплер-22 спектрального класса Г5 в созвездии Лебедь. Расстояние до точки цели 620 световых лет. Через 160 минут мы начнем подготовку к ее сну, после чего наши пилоты запустят два двигателя и осуществят прыжок. Прослушайте, пожалуйста, информацию о правилах, которые вам необходимо соблюдать в полете. На борту звездолета не разрешается употреблять спиртные напитки и курить на протяжении всего полета. Вставать со своих мест и передвигаться по салону во время лейки, взлета, а также снижение. Digging a pit to check avalanche conditions today.
All right.